подростки задержаны по делу об убийстве семьи в Омской области. 14-летняя дочь погибших Аня на допросе рассказала, что отчим к ней приставал. Тогда она пожаловалась своему 17-летнему парню Александру. Пара решила убить отчима и мать, детей трогать не собирались. Вечером школьница оставила дверь в дом открытой, чтобы возлюбленный смог зайти. Когда подросток открыл дверь, сразу наткнулся на мать, 35-летнюю Александру Игнатенко, и зарезал женщину. После в комнате нанес несколько ножевых ранений 38-летнему Роману Бережному. Пока остается неизвестным, кто убил 10-летнюю Олю, не исключено, что это сделала 14-летняя школьница. После резни Аня взяла брата и побежала к соседям. Мальчик рассказал, что в доме сестра закрывала ему глаза и уши, но он все видел и слышал.